Так, очередной ролик про пекинеса Дендика. У него сегодня такое событие, да в принципе у всей семьи. Все, кто следит за историей нашего питомца, нашего друга, члена семьи, за Дендиком, знают, что у него лапки задние больные, да, спинка больная, весь он у нас уже старенький, все такое. Вот мы сегодня ему купили, в принципе, для него. Потребность семьи к нам как все равно. Вот такой вот длинный ковер, чтобы он перемещался и лапками своими упирался. Да, Дэнь? Вот он лежит, он ему нравится, он даже на нем спит. Да, Дэнь? Сейчас еще раз такого ракурса покажем. Во. Это у нас коридор такой. Да, Дэнь? Теперь он у нас ходит, лапками своими перебирает. Надеемся, все ему на пользу. Наши лапки более-менее мы ему там сделали такую процедуру, укрепили. Но все равно он такими ножками как бы ему разъезжаются на полу. Поэтому вот приобрели вот такой вот ковер. Так, ну ладно, всем большой привет. Дендик, у тебя теперь, видишь, как будет тебе лучше, легче. Нарастишь мяско на ляжках, а то похудели. Потому что будет упираться, ножки надо тренировать. Всем большой привет. Дендику тоже привет передавайте, мы ему передадим. Обязательно ставьте ролику лайк, плюсики всякие, важно. Ну и всем до свидания.